Значит, да? Вот. Такой 1 сантиметр толщина свинину или говядину. Четырехугольника, мягкий кусок, четырехугольника или трехугольника. Положите на столики. И вот эта смесь хорошо присыпай один слой. Не жадничай, хорошо. Вот. Прям сверху. Сверху. А потом нет? Нет. Просто на один сторону только. Потом второй слой сделай чеснок зубца затолченный. Чеснок. Зубца. Давить или да. Зубчиками? Зубчиками. Вот затолчи хорошо. А, потолочь. Потолочь. Да? И да. Второй слой сделай это. Прямо на поверх приправы, да? Да. Ой, забыла я здесь еще один. А потом третий слой соль со своими вкусами. Перекрути это уже готовое, как рулет, и завяжи нитками. Так это сейчас будет, это не шашлык, это будет... Подожди, это будет шашлык. Возьми мангаль и прямо дырка сделай внутрь, и на мангаль. А если на сковородке, то положите подсолнечное масло мало на сковородке. Сперва пусть жарится один сторону, потом переверни вторую сторону тоже. Если надо, просто шампунь. А если в духовке, то оба стороны сразу жарится. А у тебя будет готово, уже когда готовый будет это и жарится, на маленьком огне должен быть жарится, небольшом огне. И это достань эта нитка обратно и бросай эта нитка. Это порежь, а у тебя будет готова лук, головка лука резаный. Бросай этот лук на это шашлыки и закрой голова хоть 5-7 минут. А потом садись, режь хорошо и гуляй, Вася, вместе с чатей. Вместе с чатей. А если домохозяйка конце дадут чашечку кофе, то обслуживание высшим уровнем. Хоть парламентар посылай с этим. Так что... Спасибо вам большое. Дай Бог вам здоровья.